Систер, ты вернулась. Привет. Что делать будем? Мы снова откроем нашу кондитерскую. Как? Мы вернем наших клиентов. Приготовим новый эклеров и устроим конкурс по их поеданию. А если никто не придет? Поесть на халяву-то. Приветствую всех на шоу «Лучший кондитер России». Удивите меня! Вообще, средненько. Могло бы быть и лучше. Ты извини, что тогда поцеловал тебя. Питер. Ваня, ничего, я уж забыла. Нет, не забыла. Может, мы сегодня сходим куда-нибудь? Слушай, я обещал сегодня к маме заехать. Мы с Андрюшей собираемся на ужин пойти. Может быть, с нами? Нет, спасибо, я троплюсь.